Олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева чествовали в Ногайском районе. Вместе с ним в муниципалитет прибыл дагестанец Исуп Батырмурзаев, выступающий за олимпийскую сборную Казахстана по вольной борьбе. Перед Домом культуры их встретили друзья и болельщики. От лица жителей района Альберту присвоили звание почетного гражданина Ногайского района и вручили сертификат от квартиры в Махачкале. А чемпиону Азии Исупу Батырмурзаеву дали сертификат на 1 миллион рублей. Позже спортсмены встретились со школьниками и провели мастер-класс в спорткомплексе имени Альберта Батыргазиева. Отмечу, что в селе Тереклимектеб одна из улиц также носит имя олимпийского чемпиона.